Всем привет! Сегодня буду украшать торт анютиными глазками. Взяла две насадки 126 и 127. Это розы. Крем окрашивала. Красный брала краситель Color Gel цвет красной черешни. И добавляла топ-декор бордовый. И пакетик окрашивала бордовым. Желтый брала краситель топ-декор. И немножко добавляла Electric Orange Americolor номер 163. Для серединки срезала пакетик и немножко сюда добавила желтого. Ну и для основы круг 5 мм. Можно любую насадку, какая у вас есть. Делать буду на гвоздике. Делаем основу. Берем насадку с красным кремом. Нижней частью насадки дотрагиваемся до крема. Немножко такое движение вверх-вниз. Вот так вот. И крутим при этом гвоздик. Перестали крутить и не давим. Убираем насадку, чтобы ровный лепесточек получился. Второй также ставим. Движение вверх-вниз и крутим гвоздик. Убираем насадку. Два лепесточка сделали. Берем желтый крем и также немножко вверх-вниз движение, крутим гвоздик. Перестали давить, убрали. Еще один лепесточек, крутим гвоздик. Перестали давить, убрали. И теперь в центр ставим насадку, также крутим. Гвоздик, насадку держим на одном месте. Теперь берем, я капнула сюда розовый краситель топ-декор. Берем кисточку и рисуем такие полосочки. Делаем цветочку серединку. И теперь берем белый крем и делаем три таких точечки. Вот такой цветочек получается. Теперь я взяла ту же насадку 127. Крем окрашивала сухим индийским красителем. Цвет называется кармин, розовый. Желтый взяла ту же насадку с тем же кремом. Ну и серединку то же самое. И делаем все то же самое. Сначала основу. Два лепесточка такими движениями вверх-вниз. Один. Второй. Также вверх-вниз крутим гвоздик. Один лепесточек. Второй. Ставим в центр и также делаем один лепесточек. Берем краситель и рисуем. И серединку. Такой цветочек. Торт я выровняла, потом взяла вот такой краситель, цвет называется красной черешни, развела немножко водой и вот сделала такой вот рисунок. Для зелени взяла насадку номер 67, маленький листик. Крем окрашивала краситель Color Gel, цвет называется Lime. И добавляла в него оранжевый крем, остатки от цветов. И пакетик окрасила. Цветочки я буду по кругу располагать. Ну, что-то в виде веночка сделать хочу.
Я взяла насадку 133 маленькая травка. Крем окрасила коричневый топ-декор и немножко добавила фиолетовый Color Gel. И оттенок такой получился красивый. И сделаю такую окантовочку. И добавлю листиков. Ну вот, покажу вам поближе. Вот такой тортик получился. Такую вот неровную поверхность я делала мокрым шпателем. Сначала выровняла торт, а потом шпателем дотрагивалась. И вот такой эффект получился. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!